Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас день рабочий. Херачим в поле. Погоды нету. Погоды нету, приходится мотать сенаж. Сенаж вчера скосил. Сегодня он уже как бы маленько пересох. Не особо тот, который бы нам надо. Но из-за того, что погоды нету, приходится мотать то, что есть. Так, вот так вот я беру рулоны. И вожу вон туда. Мотаем мы вдвоем. Вон третий у нас пинца. Я три волка прошел, вывез все рулоны, там 6 или 7 было, по-моему 7. И сейчас сяду на пресс и поеду еще три волка пройду. Сделали вчера 6 проходов с ешкой. И ну, попробовать, как у нас дело пойдет, что. Вот такой вот сенаж, вот он маленько пересохший, не нравится мне. Так вот она крутит, чему в траве оставляем, а не на поле. Высокая стерня и прокалывает рулоны. Ну вот так вот мотает он неправильно. Должна быть натяжка. Да, блядь, Миш, так не надо делать. На поле не получается вставлять вот эта стерня, когда выгружаешь рулон обмотанный. Она прокалывает пленку и приходится оставлять рулоны, именно выгружать на траве, так как трава мнется и не прокалывает рулоны. Так что как-то вот так было. Ну что, Бим, со мной поедешь? Давай. Сейчас пройдем еще два волка там сзади и будем обматывать, помогать ему. А так он один мотает. Так. Как-то так. Едем потихонечку. Вот хочу еще показать. Волок большой. Ставится. И ни хрена не это. Бывает, что сырая, ну, плохо подается и забивается. Хотел показать, как давится. А получилось, что подавился. Пойдет, нет? Не пойдет. С той стороны пойдем маленько. Поможем ему пропихнуть. Волок большой, маленький огород уже. 5-й или 6-й.
Вру, сейчас покажу. Вот я прошел два. Это третий волок. Два, три, четыре. Ну, достать я 6 или 7 длинных замотал, а тут уже 4-й. Ладно, сейчас покажу. Большая. Да небольшая, а. Молчу. Пустые. Так, вот таким мотаем. Я говорю, оно суховатое, оно почти, блядь, как сено. Много осталось раствора-то? Секретный раствор. Мишаня у нас этот, Рэмбо, первая кровь. А что говорит этот? Сильно ярко тебе, да? А это, говорит, подсветка. Мишань, так солнце ярко, а ехать темно, да? Тянет, но слабовато. Чуть-чуть добавить надо. Сейчас как раз посчитаем, чтобы было видно, насколько нам хватит. Сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Ну вот первый. Так, ну ладно, сейчас в конце покажу. Тут особо ничего нету, я трактор уже отогнал. Так, ну вот мы заканчиваем, и начался дождь. В принципе, ничего не страшного, потому что у нас уже рулоны закатаны. Вот, крайний рулон я беру. Сейчас он мотает. Сейчас неудобно. Опа!
Сменим рулон. Ну какой дождичек, вон уже капот видно. Приличный начался. Так что все в аккурат мы сделали. Два дня будет дождь такой, погода слабенькая, так что дня через два, наверное, еще начнем мотать. А это у нас сено лежит. Сегодня мы закончили, вот что еще у нас. Хотелось бы и завтра столько же бы сделать, потому что нам еще надо до хрена столько стенажа. Так, ну все, ладно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, отписывайтесь, что там, как положено, лайки, дизлайки, комментарии обязательно, хорошие, плохие, посмотрим у кого как что получается, кто еще крутится наш, так что комментируйте, как чего. Это у нас слабенький сенаж, он мне как бы особо не нравится, потому что это полусено как бы такое. Я сторонник готовить, чтобы прям тяжелый весь, прям чуть ли сырой, чтобы в него текло. Вот это получается скорее силос, чем сенаж, но он намного лучше. Ладно, смотрите следующее видео.